В Акмолинской области расследуют дерзкую кражу из ювелирного магазина. Воры проникли в помещение, сделав подкоп. Преступникам удалось совершенно беспрепятственно вынести практически все драгоценности, которые лежали на прилавках. Кража случилась в известном ювелирном магазине в центре Степногорска. Он расположен на первом этаже городской многоэтажки. О том, что в помещении орудовали воры, со стороны ничего не говорило даже в сам момент кражи. Около 5 утра на пульте охраны организации сработали сигнализация. Уже через 4 минуты на месте находилась группа захвата. Однако бойцы не заметили ничего подозрительного. Окна и двери магазина были целыми. Попасть внутрь охранникам не удалось, потому что они не смогли дозвониться до хозяина объекта. Предприниматель узнал о краже лишь после того, как начался рабочий день. Прилавки оказались пусты, а в центре торгового зала воры оставили огромную дыру, прорубленную в бетоне прямо из подвала. По неофициальным данным, ущерб составил около 150 миллионов тенге. В полицию Степногорска поступило заявление по факту ограбления ювелирного магазина. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного кодекса. Это кража. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.